Дети, вы помните, какой сегодня день? Стивен, ты наверняка в курсе. Я не помню. Сегодня у папы день рождения, юбилей. Мамочка, ты приготовила же папе подарок? Конечно, я купила ему его любимые духи. Достала последние. Ух ты, вот папа обрадуется. Мам, а можно я ими один разочек подушусь? Я тоже хочу, чтобы от меня вкусно пахло. Стивен, давай сначала я их подарю, а потом ты спросишь у папы. Ну ладно. Так хочется понюхать, как пахнут новые духи. А что, если я открою крышечку и просто их понюхаю? Ох, как здорово! Вот это я понимаю, духи! Грета, а где Стивен? Давайте сходим в магазин за тортом. Пойдем, мама! Наверное, во дворе играет. Что же я наделал? Вот надо же им было пойти прямо сейчас! Как же все не вовремя! Ну вот, почти ничего не осталось. Что же делать? Где-то я слышал, что в духах используют спирт. Так, нашатырный спирт. Не знаю, что такое нашатырный, но ведь главное же, что спирт. Дорогой наш папа, поздравляем тебя с юбилеем. Прими от меня с детьми этот скромный подарок. Ух ты, это же те самые духи. Спасибо, вы у меня самые лучшие. Папочка, подушись уже, чтобы ты вкусно пах. А что сейчас душиться-то? Может, потом? За столом все-таки сидим. Вот завтра пойдешь на работу и подушишься. Ну ладно, Стивен, не будь занудой. Давай, папуля, испробуй же свой подарок. Ну что ж, ладно. И я в туалет. Отчего же папе стало так плохо? Странно. Фу, это же нашатырный спирт. Стивен, признавайся, ты трогал духи? Да. Поздравляю, Стивен, ты умудрился испортить и подарок, и праздник. Мамочка, прости, я больше не буду. Конечно, не будешь, потому что ты наказан. Живо в комнату, молодой человек. Вот взрослые придумали. Только умеют что наказывать. Все, сейчас уйду в город и буду там жить один. И никто меня больше не будет наказывать. Буду сам себе хозяин. Вот, сейчас посмотрим, как вы тут без меня запоете. Стивен, что случилось? У меня нога болит. Папа, вызывай скорую. Что ж, готово. Не переживайте, до свадьбы, как говорится, заживет. Мам, пап, я очень рассердился на вас и хотел сбежать. Но сейчас я понял, что был неправ. Простите меня, пожалуйста. Стивен, если мы тебя и ругаем, то только за дело. Просто надо хотя бы немного прислушиваться к своим родителям. И тогда все будет хорошо.